Памятник покорителям Самотлора находится на кургане Славы, на шумном перекрестке. Одна из дорог ведет к знаменитому нефтяному озеру Самотлор, другая – на Мегионское месторождение. Мы, вартовчане, считаем этот памятник родным, поэтому и называем его по-домашнему просто – Алеша. В памятные даты сюда приходят вартовчане, сюда привозят гостей, приходят молодожены. И отсюда мы продолжаем наш телевизионный проект «Ты талантлив, пой!» второй сезон. Меня зовут Ольга Лазарева. В этой программе мне помогает юнкор детской студии телеканала «Югра» Ольга Макиенко. Нижневартовск – город черного золота, белых ночей, холодных ветров, пересечение великого множества культур и народов. Представители более 100 национальностей принимали участие в строительстве столицы Самотлора. Каждый из них оставил свой неизгладимый след в истории города. Но не очень получилось. Зато мы расскажем об образцовом фольклорном ансамбле «Добро». Он объединяет людей разных возрастов и показывает зрителю мир традиционной русской культуры. Ну что, Оля, готова познакомиться с юными талантами? Конечно! Вперед! История фольклорного ансамбля «Добро» необычна. Он возник в 2010 году на базе Нижневартовского краеведческого музея. Вместе с ним возрождает и сохраняет русский музыкально-поэтический фольклор. Мы собираем по крупицам традиционную культуру, то, что от нее осталось. Поем эти песни и дарим их. Делимся частичкой этого добра. Выступаем мы от чистого сердца, с любовью к народной культуре, к традициям. И всем это очень нравится. Ребята, у вас удивительный коллектив и удивительные инструменты. Вот моя бабушка, моя мама и даже я умели стирать на этой стиральной доске. А у вас это что, музыкальный инструмент, что ли? Нарядили так доску? Конечно, музыкальный инструмент. Если вы посмотрели по сторонам в нашем кабинете, то все предметы, которые здесь есть, это наши. Кто-то подарил доску, кто-то подарил нам рубель, кто-то подарил домотканную рубаху, а у нас еще есть волшебный сундук. Если мы вам его откроем, вы просто там, наверное, увидите историю всей нашей страны 200 лет назад. У нас целый сундук сокровищ. Руслан Маратович, вы играете на баяне. Это же ведь русский инструмент, правильно? Да, это исконно русский инструмент. Но я сам по национальности татарин. У нас в Татарии тоже очень любят этот инструмент, потому что он с военных лет прошел всю страну. Руководитель ансамбля, кандидат культурологии, педагог Оксана Шарафутдинова. Правильная певческая позиция у всех судеб. А я приехала в Югру из города Самары. Мои предки по маминой линии донские казаки и приехали осваивать землю, а по папиной линии они были украинцы. По национальности, в общем, я русская, но тем не менее во мне есть и украинские корни. Родился я в городе Нижневартовске, но мои родственники все из Татарстана. Любите Югру? Очень люблю. А я люблю Югру, потому что практически все дети, которые занимаются в нашем коллективе, родились в каком городе? Нижневартовске! На базе вашего ансамбля есть творческая лаборатория. Чем она занимается и как вообще создалась? 15 лет нашему коллективу. Добро прежде всего и от радужки, и, конечно, скворечнику, потому что у нас по ступенечкам идет наше развитие от самых маленьких до самых взрослых. А ведь самая главная суть лаборатории заключалась в том, чтобы дети познали свои корни. Миссия, которую несет наш коллектив, это знакомство с традиционными календарными обрядами и праздниками. Ведь утрачено у нас было и Рождество, и Масленица, и Троица. Так вот мы, что мы делаем для жителей нашего города и округа? Мы ставим эти календарно-обрядовые праздники и везем и показываем их. Самому юному участнику ансамбля около 2 лет. Вот так, как ниточка за иголочкой, хороводятся ребята за своим руководителем, вырастая в настоящих профессионалов своего дела.
деле, почему мы такие дружные, веселые, почему нам нравится все это делать? Потому что наш коллектив – это огромная семья. У нас посторонних здесь нет. Вот если посмотреть на Гошу, у него и старший брат, и сестра занимались в коллективе, и он продолжает. А у Степы и родная сестричка Машенька, ей 2 годика будет только еще в марте, а она уже у нас в составе младшего ансамбля занимается. И все наши 3 дочери выросли в этом коллективе, уже студентки, и они продолжают с нами и на конкурсы ездить, выступать, и ребята берут с них пример. Фольклорный ансамбль «Добро» объединил мальчишек и девчонок разных национальностей. И хоть корни у ребят разные, себя они считают настоящими югорчанами. Мои родители из Чувашии, они родились в городе Чебоксары, и я наполовину чувашка. Я русская, украинка и азербайджанка. Моя мама родилась в Башкирии, а папа в Омске. Мой дедушка из Белоруссии, я по национальности югорчанка. Я знаю, что помогает вам побеждать ваш символ. Кто расскажет про него? Символ нашего ансамбля является голосистый петушок. Он с нами везде и изображен на наших портпледах, сумках, футболках. И вообще он нам помогает занимать высокие достижения. А награда творческого коллектива не счесть. Фольклорный ансамбль «Добро» неоднократный победитель окружных, всероссийских и международных творческих конкурсов. И выступаем вот на всех конкурсах почти, занимаем гран-при. Иногда не удается нам что-то сделать, иногда это делается очень хорошо. И приезжаем домой и вот радуемся, там, празднуем. Какие самые главные ценности должны быть вот у артистов вашего коллектива? Прежде всего, они должны быть добрыми. С гордостью нести имя своей родины. Когда вот мы выезжаем в зарубежные какие-то поездки, в Болгарию, в Чехию мы ездили. Откуда вы? Мы россияне, мы из России. И это звучит, конечно, для наших ребятишек гордо. И я им всегда говорю, вы здесь не просто Катя, Петя, Маша, вы лицо нашей страны. Девиз 2-го сезона «Ты талантлив, пой». Участники нашего проекта – поющие волонтеры. Артисты образцов фольклорного ансамбля «Добро» уже около 15 лет знакомят зрителя с традиционной русской культурой. А сегодня они получат от нас новое задание, а точнее – новых учеников. Где встретиться с семьей Мироновых, вопросов не возникало. Конечно, на сцене. Знакомьтесь. Спортивная. Мастеровая. Танцевальная. Цирковая. Семья Мироновых. Галина Михайловна, познакомьте нас с вашей семьей. Ну, начну с самого старшего. Это мой кровный сын Станислав. Следующий – Даниил. Дальше идет Альфия. Валерия. Евгений и Сергей. Мы очень любим заниматься рукоделием. Мы изучаем постоянно какие-то новые техники. Любим использовать вторичное сырье. Девочки очень хорошо вяжут. Плюс участвуем в различных проектах. Лера вот занималась керамикой. Разные техники осваиваем. Ребята, а чьи это медали? Это медали мои, Станислава и Альфи. Медали соревнования по карате. Там есть медали всероссийские, городские, клубные. Вы все такие разные. Как вам удается жить дружно и не ссориться? Делаем все вместе, собираемся на семейный совет, если мама говорит. Я знаю, что у вас есть какой-то особенный девиз. Какой? Один за всех и все за одного. Ребята, сегодня мы хотим вас познакомить с одной из лучших замещающих семей России, семьей Мироновых. Они умеют танцевать, жонглировать, но вот не умеют петь. Научите? Да! Но прежде чем петь, надо что научиться делать, ребята? Разминку! Разминку провести! Конечно, нужно научиться правильно дышать. Ручки все подняли, и наши, и ваши. Положили их вот сюда на животик. Толстый живот надули. Тонкий. Толстый. Тонкий. Толстый. Тонкий. Поняли, где живет ваш животик? Вот там у певцов живет и дыхание.
Ну, а теперь собаку язык достала. Покажите, ребята, как мы. И вы с нами. Носиком вдохнули, животик свой нашли. И поем. Летят утки, да летят утки, да летят утки, два гуся. Летят утки, да летят утки, да летят утки, песня вся. Ну, а теперь мы попросим вас. Ребята, не подсказывайте уже, они все запомнили. Я им только чуть-чуть подскажу. Готовы? Поем с вами. Летят утки, да летят утки, да летят утки, два гуся. Летят утки, да летят утки, летят утки, да песня вся. Молодцы, ну я думаю, можно играть на самом? Да! Ну что ж, а теперь осталось, наверное, вас песни петь научить. Будем учить, ребята? Да! Оксана Викторовна, спасибо вам за урок пения. А какой совет вы дадите нашим начинающим певцам? Песня – это душа народа, душа семьи. У вас замечательная, дружная семья. Пойте вместе, и у вас все получится. Галина Михайловна, а для вас был полезен этот урок? Конечно, полезен. Семья – это живой организм, и она не может стоять на месте. Мы счастливы изучать все новое, знакомиться с новыми людьми. И вообще, мы живем на севере, и здесь так мало цвета, такое короткое лето. И вот сегодня, побывав в этом замечательном коллективе, мы как бы, пусть ненадолго, но окунулись в лето. И получили такой заряд бодрости, энергии. И вот прям уходим и уносим с собой ощущение счастья. Мне понравился хоровод. Я узнала новые дыхательные упражнения. Мы хотим создать казачий коллектив. Это является нашей мечтой со всеми традициями, так как наши прадеды были казаками. В этом месте мы уже посмотрели некоторые секреты, которые нам в дальнейшем помогут. Люба, приходите, поможем! Детская студия телекомпании «Югра» приготовила для поющих волонтеров фольклорного ансамбля «Добро» свою награду. А помогут нам воспитанники художественного отделения Центра искусств для одаренных детей Севера. Нижневартовск. Город больших открытий и возможностей. Добрых и талантливых людей. И наши герои это подтвердили. Детская студия телеканала «Югра» вручает образцовому фольклорному ансамблю «Добро» специальный диплом. Доброволец – это призвание. Наши поющие волонтеры и семья Мироновых продолжат свои музыкальные занятия. Мы их увидим на финальном выступлении. А пока мы отправляемся к следующим героям. И говорим каждому из вас. До свидания.